Подготовительный период проходил раньше времени, задолго до начала съемок, это где-то месяц, два месяца. Мы встретились с генеральным продюсером Жаном Мукановым и обсудили этот проект. Решились на том, что не секрет, что все интересуются, когда же я женюсь, когда будет моя свадьба. И Жан предложил снять в этой тематике про мою свадьбу полнометражный фильм, романтическую комедию. Я согласился, и вот сегодня, 21 августа, мы начали этот проект. И думаю, все будет хорошо, удачно, потому что начали мы в священный день. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо.